Так, Олег Олегович, привет. Валерий Константинович, скажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, Сибирь как подвой ухудшает вкус привоя или оставляет его неизменным? Я всегда говорю, ниже. Я имел в виду, если брать привой чужеродный, не из вашего сада. Но даже в моем саду, знаете что? Да, у меня, это правда, если я от Квинти выписывал, я не выписывал, я купил черенки на Украине, но я купил местного авторитета. И потом, когда я посмотрел, Квинти вырастил, когда я увидел прекрасные крупные яблоки, 250 грамм в среднем, а то и 300. Вот. Я полез в интернет, делал вот так вот примерно. Сейчас вам покажу, почему я говорю. Я люблю длинно говорить, вы уж меня извините. Где я возьму нормального этого самого лектора? Фото. Нет. Фото яблоня Квинти. Знаете, что меня смех интересно? Увижу ли я свои яблони Квинти? Я же говорю, что у меня фотографии воруют. Вот они фотографии. Давайте смотреть. Когда я увидел эти яблоки, я сказал себе, да, мне этот украинский авторитет, садовод опытный, не обманул. Вот. Вылитые вот такие вот у меня. Значит, все честно. Кстати, всегда говорю, хотите убедиться, вот это должно будущим студентам, будущим ученым. Ребята, видите вот эти дырки? Кто испортил? А. Плодожорка. Но только в самые сладкие внедряется. Б. Птицы клюют. Сам видел. В. Божьи коровки клюют. Так. И еще осы, пчелы. Шмели не видел, но догадываюсь, что это один черт. Осы и пчелы. Вот это все говорит о том, что это сладчайшее яблоко. И когда я увидел у себя такое медовом, мне и пробовать не надо. Нет, я попробовал. Ну, когда портят яблоки, но это высшее качество, это дегустаторы. И вот здесь я, нет, это не мое яблоко, это первое попавшее, поняли? Вот. Я хочу сказать, что да, действительно, Квинти. Ну, вы видели мои фотографии, вы видели мои фильмы. Я стою рядом с яблоней Квинти. Вот. А это уже не Квинти. А это, знаете, вот здесь опять кто-то поработал. Может, оно еще не дозрело. Вот. А вот это уже не Квинти. Или, может быть, это разновидности какие-то. Видите, вот это уже больше на Квинти похоже. Ну, Квинти вообще чуть-чуть вот так показываю, зубы, щеки надуваю. Ну, вот эти на Квинти похожи. Вот это Квинти. Но уже речь идет о другом. А вот здесь надо вас правда читать. Да, Квинти. Квинти. А уже похоже на другое. Ну, все, разобрались мы с квинтями. Почему я это возвращаюсь? Я люблю долго и нудно объяснять. Итак, что вы спросили? Вы спросили, Сибирка ухудшает или нет? Так вот, у меня, даже хотя у меня тоже пчелы протыкают божьи коровки. Так, а это означает, что они высшего качества. И все равно в Сибири чуть-чуть больше кислоты. И у квинти, и у это мелбы, и вот, и еще у нескольких сортов, которые относятся к этим, высокий очень балл вкусности, балл вкуса. Вот. Мне кажется, что немножко что-то вот влияет то ли сама Сибирь, вот, что чуть-чуть на проценты кислоты больше. Или, может быть, то, что вот когда солнце, да такое солнце жгучее, у меня даже этот сварок жрешь даже не это. А когда холодно, сварок уже трудно есть. То есть один из поставщиков глюкозы является солнечный свет. А где-то в каких-то местах, может быть, тоже Канаде, я же не знаю, может быть, там солнца больше. Поэтому он слаще. А может быть, чуть-чуть мою кислоту издает мой подвой, потому что уж яблоницу Сибирку вы кушать не станете. Правильно? Вот, то есть я ответил и не ответил. А если привод чужеродный, ничего страшного нет. В том плане, что может быть он нормально пойдет, а может быть плохо пойдет.
чужеродный, как правило, чуть более даже культурный. Ну, уж дичее Сибирки ничего не бывает. А я же не боюсь на нее плевать. А кто-то плевает на ранетку. Ученые, как ученые, братья наши ученые, плевают, как правило, на ранетку. Кто-то на полукультурку. Вот, кто-то пишет, а я плеваю на самые морозостойкие культурные. Ну, а там идет московская грушевка, ранец Семеренко, папировка, белый налив, самое, что еще, Антоновка, вот, полукультурка куча. Я же говорю про китайки. Вот, китайки это вообще такая вещь. Все, как ответил, как мог. У них могут быть даже слаще, чем у меня, если вот на те, что я перечислил. Так, всем привет со Смоленщины, вам тоже привет. Расскажите о Груше Монастырской. Для меня Груша Монастырская, у меня есть фотография, да? Я никак не могу ее, чтобы под руку попалась. Вот. Она ничем не отличается внешне, ни по возрасту, то есть не так, ни по скороплодности, ни по вкусу, ни по размеру плода. Такая же плод, похожа на лампочку. Даже не о чем говорить. Только если бы на ней не было бы на черенке написано, что груша монастырская, я бы даже знал, что у меня есть груша монастырская. Вот и все. Такого нет, чтобы резко чем-то выделялось. Доброго здоровья, Борис Соловьев. Доброго здоровья, Валерий Константинович. Вы много раз упоминали, что делали прививку абрикоса на сливу. Венгерка. Можете уточнить, как выглядит ваша венгерка? Я прививал свои сливы. Есть темно-фиолетовые, есть красные. Но большинство не прижилось. Даже был случай, черного колеблется абрикоса пошел в рост. А на следующий год погиб. Да, это проблема страшная. Смотрите, вы мне немножко преувеличили мои возможности и мою практику. Все было не так. У меня есть всего. Так, прививки, прививки. Слушайте, у нас все полчаса целых. А мы, в принципе, закончили. Переходим, попробуем ответить обстоятельно. Вот она прививка, так? Вот. Мы попробуем сейчас найти, если сразу удастся, мои прививки на абрикосные сливы. У меня всего две фотографии. У меня очень короткий опыт. Потому что я поливал на эти самые, на... То есть абрикос на сливы поливал, сливы на абрикосы поливал, но у меня, так же как у вас, везде постигла неудача. Если брать в начале урожай, потом неудача, наверное, сейчас. Не найду, у меня столько этих папок. Столько этих папок. Сейчас попробую показать живьем. Память подводит. У меня же еще папка есть вегетативная гибридизация, папка есть межвидовые прививки. Все, не успею найти. Короче, я объясняю русскими словами. Значит, когда мне понадобилось, просто выбора не было, я привил абрикос бай на сливы, на китайские сливы. Каждый год терял по одному дереву. Последнее. Ну, то есть из 10 5 деревьев я плодоносил, а потом каждый год терял. И, наконец, на 10-й год я потерял последнюю. То есть все. Если бы я занялся вегетативной гибридизацией по-настоящему, тогда я об этом не знал. Это потом уже чисто случайно. Ну, руки чесались. Тогда я и занялся чисто случайно. А вот. А здесь просто успеть бы веточки взять еще живого, а я этого не сделал. Они бы сейчас могли бы потомки жить. И прекрасно жить, потому что именно на сливах у абрикоса есть преимущество. И у абрикосов на сливах есть преимущество. И мой опыт был еще такой, когда слива на этих самых показала себя, получил новый гибрид. Мне неудобно рассказывать еще раз. Я его назвал словом дичь. Дичь, не дичь, а дичь. Вот. И он тоже через несколько лет погиб. На этом вроде бы и все. И получается, нет у меня никаких межвидовых прививок. А прививать абрикосы на
именно те сливы, которые мы называем венгерки, и наоборот, венгерки на абрикосы, для меня открытием было, что результаты поразительные получились у Черномаева. Не у меня. Я на себя лишнее не беру. Мои кончились неудачи, короткая жизнь. Они себя купили, я же получал хорошие урожаи. Но смерть была предопределена. Отражение ткани. У Чернобаева получились, сейчас они живы. Один еще даже из этого самого. Помните, мои эти самые, за голову хватался. Мои синие венгерки стали, привитые на абрикосе, стали розовыми. Даже это есть. Вот, вот и весь опыт. Да и то у него какой опыт. Три дерева, это три дерева. Это еще не, это, не все. Может, они завтра умрут. Как у меня абрикосы, привитые на сливе, умерли. Не сразу, но постепенно. Вот и весь опыт, больше ничего нет. А тут вы пишете так, как будто я там что-то натворил. Вот. Так, Кузнецов, подвой был слева желтая. Срослось все отлично. Даже место прививки было не видно. Видно был святой почкой. Два первых плодов. Подозреваю, что сердцевина черная черри, которая получилась между двух черенков. Да, и это тоже могло быть прекрасно. Вот. И это могло быть. Ну что, друзья, все, наше время истекло. Что вам пожелать? Пожелать, чтобы вы выписали черенки, прививали на что попало, пока есть такая возможность. Однажды вы проснетесь, а черенков больше выписать не у кого. Нет, и все. Такое вполне может быть. Также точно и косточки, которые у меня еще есть. То же самое. Я надеюсь, что вы сделаете заказы. Те, кто еще не сделал, или некоторые уже дважды заказывали. Был случай трижды. То есть подумал, еще заказал. И вот я вам желаю тоже. Подумайте, вот сюда нажимайте. Вот, и тогда уже думать не придется. Так, мы с вами закончили. Больше никто не пишет. В прошлый раз было веселее, народу было больше. Так, зато есть новая фамилия, и то приятно. Все-таки приятно. Ну что, будем прощаться. До свидания, друзья. До новых встреч, до новых заказов. Вот. Дадите нам, Сафроновым, выжить, а мы вам поможем. Все, друзья, я выключаю эту штуку. Остановить трансляцию. Антонова, еще прошу прислать мне ссылку. До свидания, до следующего понедельника.